По мнению певицы, приобрести все это довольно просто. Внешность певицы Глюкозы, ее стройная фигура и, в целом, цветущий вид – одни из главных тем для обсуждения поклонников артистки в социальной сети Instagram. Звезда находится в постоянном диалоге с фолловерами и нередко отвечает на их вопросы. В своей очередной публикации в микроблоге, артистка прокомментировала комплименты, которыми одаривают ее фанаты. Больше по теме певица Глюкоза пожаловалась на нехватку поддержки и одобрения. Фанаты дали звезде свои советы для решения психологических проблем. «Красивая, хорошо выглядишь, прекрасная», очень популярные комменты в Инстаграме, правда? Но мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас понял, красота – это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то, начала рассказ Наталья. По ее мнению, быть красивой очень просто, надо ощущать счастье. А оно, как отмечает звезда, кроется не в повышении зарплаты или поездке за границу, оно не связано с новым телефоном или туфлями именитого бренда. Счастье, когда в объятиях женщины муж и дети, когда танцуешь под любимую музыку или по дороге на работу дочитываешь интересный роман, а выходные проводишь на природе. При этом Глюкоза отмечает, что точно подействует для ощущения счастья улыбка, небольшие физические упражнения и час перед сном, посвященный только себе и своим любимым делам. Это мой скромный рецепт. Но, возможно, он поможет вам почувствовать свою истинную красоту и выпустить ее наружу, надеется артистка. Напомним, не так давно певица рассказала о любимом продукте в своей косметичке. При этом с макияжем звезда не усердствует. Она может спокойно показаться перед интернет-аудиторией с чистым лицом, снимки которого не улучшены всевозможными фильтрами и фотошопом.